И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Матохин. Сегодня у нас новый видеоролик. Давненько у нас не было Майнкрафта. Вот, сегодня мы немного такой другой обстановочки снимем контент. Сегодня у нас не будет обзора карты, обзор карты немного перенесен. Сегодня у нас будут текстурпаки с трамваями в Майнкрафте. Не все текстурпаки будут в описании. Я, скорее всего, закину их на Яндекс.Диск, и Яндекс.Диск оставлю ссылочку в описании под роликом, вот, на те, которые возможно. В общем, сейчас мы посмотрим, какие трамваи вообще есть, какие у меня скачаны, вот. Если вам понравится этот ролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы только что прибыли на этот канал, вот. А всем приятного просмотра. Давайте начинать и поехали. Бля, вот это Майнкрафт подлагал, потому что трамваев реально очень много, вот. И начнем мы с трамвая LM вроде 80 или как-то так, сейчас точно скажу вам. LM68, вот. Вот такой трамвай. Ссылка на него будет в описании. На все трамваи вообще ссылочка будет. Вот, это не мои трамваи. Трамваи создавались отдельными людьми. Вот, можно даже внутри походить. Это такой, знаете, мини-обзор всех трамваев, которые существуют в Майнкрафте. Конечно, внутряночка простоватая, но под стилистику Майнкрафта сделана. Я не знаю, почему здесь окна запотевшие, как будто зимой. Вот, панелька, ну, это обычная фоточка. Вот тут, конечно, деталечка уже такая. Ну, хотелось бы какой-нибудь переработки его. Но, скорее всего, этого не будет. Дальше у нас идет Татра какая-то там, я не помню, КД-4, что-то там вроде бы, БТБ какая-то, блять, ВТБ, вот. Это у нас двухсекционный трамвай, таких у нас в Саратове нету, я вообще на таких ни разу не катался, вот. Это чисто трамвай, который есть в Украине, у него даже, вот видите, дверь вот так открывается, это прикольно, вот. Гармошкой открываются двери. Это, блин, знаете, тяжеловато такое вообще реализовать, но здесь это реализовали. Очень прикольно выглядит трамвайчик. Вот, мне нравится. Давайте дальше. Это более старшая версия этого трамвая. Вот, потому что у него тут уже электронная панель. Она светится, если завести трамвай. У него уже такие вот двери. Прекрасные, классные. Пантограф нового типа. Вот, салончик, смотрите, какой прекрасный салончик. Даже можно кнопочки внутри понажимать. Вот, работают разные кнопочки. Все красиво, все прекрасно. Тоже двухсекционный. Вот, и выглядит это очень-очень-очень безумно классно. Просто лайк, лайк, лайк. Вот, вы сможете скачать это вот, вот эти два трамвая из одного пака. Вот, все паки с трамваями вы можете скачать по ссылке в описании, еще раз говорю, с Яндекс.Диска. Паки не мои. Вот, дальше у нас идет КТМ 5. Вот, до сих пор дверь не работает, хотя я вроде бы устанавливал разные штучки, приколюшки. Вот, ну, как трамвай КТМ 5 выглядит, внутри вы уже все видели. Вот, такой простоватенький. Обычный СССР, СНГ трамвайчик, который был в многих странах, ой, фу ты, блядь, в многих городах России и СНГ, в общем. Так, дальше у нас идет Татра, что-то там, Т2 или Т4, М, блин, я не помню, короче. Вот, но она не, ну, это Татра. Она не та, которую я перерисовывал, это другая. Это она, короче, у той, которую я перерисовывал, она немного вот тут выпуклая сбоку идет, у нее морда такая загнутая. А это идет прям ровная, ровная, ровная. Вот. Ну, ничем не отличается от обычной Татры внутри. Вот, но что хочу заметить, что у него тут зеркало. Ой, тут не зеркало, стекло, стекло, стекло. А, вот эта дверь не открывается, это печально, но ничего страшного. Вот, вот так вот как-то. Тут двери тоже не открываются, но ничего страшного. Дальше у нас идет Татра служебная, песок перевозит, которая. Тут хотели поворотник сделать, походу, и закрасили нахуй его. Вот. Неплохая такая Татра. Тут вот песочек должен быть, а где он высыпаться должен? Вот тут уж... А, нет, не спереди.
Вообще, песок должен высыпаться где-то вот под этой частью, скорее всего, вот из этих штук. Вот, но выглядит это неплохо. Мне нравится. Прикольно. Дальше у нас идет какая-то новоэволюционная Татра. Вот с таким таблом. Морда, конечно, у нее, знаете, такая. Фары какие-то плоские. Она так выглядит как-то, знаете. По-новому он такой более страшненький. У него колеса еще, он, видите, защита какая-то на колесах стоит. Выглядит он немного странненько. Двери, опять же, таки, тоже не открываются. Я не знаю почему. Мне опять кто-то напишет в комментариях, что у тебя, блядь, аддон херовый. Там еще есть дополнение. Дополнение я не нашел. Извиняюсь. Вот, открываются лючки. Вот, вот эти сидушечки просто кайф. Они такие прям. Ну, прям на них охота посидеть. Попочкой своей. Вот, дальше у нас идет Татра Т3. Вот, вот смотрите, видите, я говорил вот насчет этого, то, что тут идет такой скос. Вот, это саратовская синяя, которая московская. Вот, дверь не открывается, но вы уже видели в прошлом обзоре Саратова карты. Вот, так что да. Дальше идет у нас вот такая Татра Т3 с бочкой внутри, поливомоечная. У нее есть вот тут вот две поливомойки, внутри бочонок идет с пивом, блять. Вот. Потом лестница зачем-то наверх, не знаю. А, тут, наверное, заливается вода, да. Скорее всего. Вот так вот. Внутрянка вот такая. Здесь бак огромный стоит. Да, тут вода заливается. Я не знаю, зачем по всему салону, конечно, здесь лампочки расставлены. Вот, но все-таки. Прикольно, прикольно. Лайк. Тоже лайк, блин. Дальше идет у нас, как бы сказать, Татра Т3 вышка. Такая прикольная. У нас, конечно, их в Саратове нет. У нас вышки только КТМ-5. Вот, хотелось бы КТМ-5 вышку, но, как автор говорит, не будет больше вообще КТМов в этом моде. Хотелось бы КТМ-19 и КТМ с вышкой, блин. Вот, типа подобие такого. Жалко, нельзя из салона сюда залазить. Или возможно? Нет, нельзя, потому что, видите, он багать сразу начинает. Давайте попробуем. Да, и тут тоже не залезешь. А печально, хотелось бы, смотри, тут столики стоят. Можно посидеть, отдохнуть, покайфовать. Кабина у нас с двух сторон. Это у нас двухглавый. У нас, я такой же КТМ видел, когда работал в депо. Вот. Вроде все. Да. С этой стороны все. Первый ряд мы прошли. Теперь у нас идет следующий КТМ. Это у нас новое поколение какое-то тоже. Тоже типа подобие Татры Т3. Только у него вот здесь вот большая табличка под. Ну, короче, большое место под табло. И табло такое, как обычно. Не электронное. Вот. Внутрянка такая же, как и в том, который плоский такой, такая Татра, вот. Ничего нового не видно. Дальше у нас идет Витязь наш, прекрасный, любимый Витязь, вот, который я переделывал. До сих пор не могу на него сделать шильдики, я не знаю, может у кого-нибудь есть шильдики от троллейбусов или трамваев города Саратова, там вот эти вот волны, там вот этот вот мост, еще что-то, то попрошу вас скинуть мне ссылочку какую-нибудь, вот, чтобы я наконец-таки его доделал и все кайфовали от него. Вот, вот так вот как-то. Также на него обзор уже был, вы его видели и все такое. Дальше идет у нас Татра Т3. Саратов тоже, тоже без шильдов, которых я не могу сделать по той же проблеме, потому что у меня нет этих шильдов. Вот, как они появятся, сразу будет полная раскраска. Я уже прям жду не дождусь, когда она, ну, когда у меня могут появиться исходники этих шильдов. Так, дальше у нас не новый недавний претендент. Это у нас КТМ-8 в раскраске Саратова. Вот. Такая раскрасочка. Он был в шорте у нас. Кто смотрит мой шорт, ставьте лайк. Вот. Короче, вот такой вот царевич, король-королевич, классно сделал его. Перерисовал прекрасненько. Он теперь выглядит. Вот, да. Внутрянка, как у КТМ-8, который московский. Вот, потому что внутрянку я не переделывал. Внутряночку я не переделал. Ну, во-первых, в лень, а во-вторых, а зачем? Вот серьезно, значит, зачем? Дальше у нас идет снегочист. Это у нас ШХ-2.
Вот тут вот появились какие-то кресты, я его пытался на старый лад сделать, но я его доделаю, там ничего тяжелого нет, просто на данный момент мне немного, как бы сказать, надо попривыкнуться обратно, возвращаться в эту всю тематику. Вот, внутряночка у него вот такая вот, вот так он выглядит снаружи, даже скоро может какой-нибудь контентик, как снег начнет падать, запишем с ним, да, покатаемся на нем, опробуем вообще, как он себя в роли снегочиста покажет. Короче, вот так вот как-то. Дальше у нас идет опять Татра Т3. Вот, только вот в таком виде, грязная какая-то, вонючая, блин. Автора я не знаю, кто этот автор, но она также будет на Яндекс.Диске. Короче, вот так вот. Выглядит она страшно, крипово. Дерьмово. У нее есть еще вторая раскраска, где уже более-менее она вроде выглядит. Вот, не знаю, зачем здесь, блядь, поставлен вот этот фонарик глупый. Лучше бы здесь стоял этот табло. Не знаю, короче, бред. Да и только. Короче, вот такая вот Татра. Можем внутряночку посмотреть, походить. Сидушечки сделаны балдежно. Сидушки сделаны реально кайф. Вот. Потом, что? Ну, я не вижу, конечно, здесь печек, которые должны быть, но это ничего такого страшного нет. И дальше у нас идет тоже Татра Т3. Я пытался ее сделать под Саратов, но у нее текстура сделана странно, что ее перерисовывать очень тяжело, потому что текстура ну, снаружи вот эта вот желтая, она идет литой, блять, просто обтягивает все. И я не знаю, где делать бампер, где делать вот эту вот остальную всю перекраску, где делать фары, потому что смотрите, что с фарами, они вместе прям литой текстуры тут. Короче, вот так вот как-то. Я пытался делать табло, но тоже ничего не вышло. Короче, вот так вот. И последний сегодня у нас претендент, это у нас московский вот такой КТМ-8, который вы тоже видели. Вот, так что, да. Если вам понравился ролик, подписывайтесь на канал. Вот такой у нас мини-обзор был на все трамваи. Вот, если, конечно, они были не все, вы можете меня подправить. Либо же, если у меня нет каких-то текстур паков, вы можете мне их скинуть. Я обязательно сниму по ним ролики. Так что, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Матохин. Всем удачи, всем до скорого и пока-пока.